Выявить онкологическое заболевание полости рта теперь можно в городской стоматологии. Там появился люминесцентный стоматоскоп – аппарат, позволяющий легко и быстро диагностировать злокачественные новообразования на ранних стадиях. Рак полости рта занимает 6-е место по распространенности среди онкологических заболеваний. Болезнь протекает тяжело, а лечение не всегда приводит к положительному результату. Но онкологию можно предотвратить, говорят врачи. И это не только традиционный осмотр стоматолога, но и современная люминесцентная стоматоскопия. Сейчас мы будем смотреть пол рта вашу, посмотрим, есть ли у вас злокачественное образование с помощью флюоресцентной методики. Язык можно ваш? Этот небольшой аппарат в руках у врача-стоматолога Натальи Букиной и есть люминесцентный стоматоскоп. С его помощью врач осматривает пациента в специальных очках и в условиях затемненного помещения. Лампа создает определенный уровень свечения и позволяет выявить аномальные участки слизистой в полости рта. Здоровые клетки у нас светятся зеленым цветом, а атипические клетки, это рака клетки, они светятся темными участками. Возможность есть задокументировать, сфотографировать выявленные патологические очаги. Этот метод прост в применении, рассказывает врач. Время осмотра занимает 2-3 минуты, а высокая чувствительность стоматоскопа позволяет проявить онкологическую настороженность уже при первичном осмотре пациента. Всем рекомендуем пациентам эту методику, потому что даже если не клинические симптомы не показаны, то с помощью этого аппарата мы можем все увидеть. Здравствуйте. Расскажите, что вас беспокоит? Меня беспокоит зуб. Болит. Сегодня городская стоматологическая поликлиника применяет в работе инновационные методики и передовое оборудование. Для лечения врачи используют многофункциональные установки. Они помогают проводить как профилактические осмотры, так и оперативные вмешательства. У нас имеется апекс-локатор для измерения длины корневых каналов, что позволяет исключить осложнения после лечения пульпитов и периодонтитов. Также у нас имеется эндомотор для механической очистки корневых каналов и современные методики пломбирования каналов. Врачи стоматологической поликлиники всегда готовы оказать жителям города всю необходимую помощь. Экстренных пациентов доктора принимают даже выходные дни. Анна Мария, Сергей Лукович, новости Муравленко.